вынужден спросить снова. Как так получается, что какие бы ограничительные меры не вводят в Алматинской области, которые затрагивают объекты предпринимательства, эти ограничения почему-то не касаются рынок Алтнорду и торгового центра «Апорт»? Скажите, Алтнорду базар республиканский, но там в любом случае ограничения все есть, как я говорю. Спасибо за вопрос. Мы еще раз говорим, что Алтнорда – это большой торговый базар республиканского значения.